Всем привет, зрители и подписчики канала на Ютубе. Всех с Рождеством Христовым! Всех праздником! Привет, привет, Илья! С праздником! Как? С Рождеством! С Рождеством! Так, ну что? Мы уже встали, у нас сегодня уже 10:12 стали давно, уже позавтракали все, да? Да. А я сейчас собираюсь в морозную погоду. Кстати, минус 18, по-моему. Вот, пойти в магазинчик и что-то прикупить, да? Да. Для стола небольшого. Мы сегодня просто сделаем салатик. Если что-то найдем еще в магазинах, потому что вчера опять народу было много, не знаю. Мы особенно не готовились. А? Да, и что-нибудь приготовим. Так, ну что, вот они подарки, которые вчера мы хотели показать. И не показали, ну, как с утра. Ну, уже Таня подарила. Да, Таня отдала разукрашку Владику, да? Да, Джек Воробей. Джек Воробей, пираты Карибского моря. Все, Владик будет сейчас разукрашивать. И вот эту вот штучку, как она называется? Касса, как она Касса, да, азбука. Раз... Ну, раньше вставляли, да? Мне. Так, а вот что Илюша, ну-ка, Илюшкин. Вот такую вот дощечку, и на ней рисует фломастером. И потом стирается тряпочкой, да? Да. Да, то есть Илюша будет они рисовать. В принципе, это, я считаю, хорошая штука, потому что действительно, чтобы листочки не портить, да, если так вот для начала. Да? Да. Дал тряпочку, стер и рисуй, да, что хочешь. Правильно, Илюшкин? Да. Тебе нравится? Угу. И это самое главное. Как дела? Нормально. Да, скажи, бабушка же поздравила, позвонила, да? Тебя. И да. Ты поздравила бабушку, да? Да. Да. Надо дедушке еще позвонить, поздравить. Да, еще дедушке позвонили. И поздравили. А то они сегодня все поуходят, сегодня какой-то рождественский концерт там. У нас какой-то... Ну да, в ДК там, ну, так, не знаю, я даже не знаю, кто там выступал. Ну, кто-то видно из мы наших, потому пойдем. Что... Нет, там пригласительно было, не знаю, билетов там уже, по-моему, и нету. Нет, там не пригласительно, там покупали стать билеты. Ну, там уже, наверное, нету, потому что... Пойдем, попозже пойдем, все, попозже пойдем, пойдем, хорошо. Илья, пойдем, пойдем. Давай сначала рисуй лучше. Пойдем, Илюш, конечно, пойдем. Пойдем. Пойдем на концерт, пойдем, все, Илья начнет все. Ой, обиделся, обидки. Что, вчера вечером, да? Обиженный был, да? Да, да. Так, ну, в общем, погодка действительно классная. Морозик, мороз и солнце, день чудесный, как говорится. Да, бокальчики кока-кола там стоят, да. Потом будет, когда праздник, да? Да, мы достанем. Так, Владик, ну, это вот такая вот штучка, не знаю, да? Тут. Раньше было тоже, в детстве у нас было тоже такие, ну, не такие, а были просто картонные, там что-то еще такие были, с вырезами, я не помню, что-то. Я учился, может, такие были. Такие были? Что ты, Илья? Были, пока я кого? Кока-колу подать. Какую кока-колу показать? Ну, вот я показал, кока-колу, бокальчики стоят. Когда стол будем стоять, тогда их поставим, хорошо? А Илья? Вот начинается. Так, ты будешь рисовать? Вот, Илья, у тебя начинается опять некоторые маленькие бздики. Вот, так, все. Покажи. Нет, покажи, как ты рисуешь лучше. Покажи, как ты рисуешь. Покажи. Закрой, покажи, как ты рисуешь сам. Вот, дай посмотри. Ты же не показал. Прими защечку, я показал просто. Нет, покажи, я не вижу. Давай, показывай. Вот так вот Илюша рисует круги. Ну, пусть, да? Тренирует ручку, молодец. Только где тут колпачки потерял ты? Она же тебе фломастер тоже дала? А Таня. Да, ну вот. Ты надо колпачок найти, а то он высохнет. Таня. Таня дала, да. Спасибо, Таня, да? И вот, и это, да. Вот, давай коричневый цвет. И надо колпачки обязательно надевать. Хорошо, Илья? Не буду. Почему ты не будешь? Нет, надо одевать. А как они тебе будут? Они тебе засохнут, рисовать вообще не будут. Слышишь, вон зелененький подними еще. Вот. Вот вроде выспались, да, со вчерашнего, конечно, все эти выходные действительно уже тяжкие, да? Очень тяжело. Да, завтра надо все-таки, правда, сейчас позвоню Кириллу, и завтра, наверное, сходим все-таки в лес. Да? Пойдем в лес, Илья? Пойдем в лес, это с Кириллом? Да? И водички наберем, если там не замерзло. Потому что особенно в такую погоду там еле-еле капает. Ну, она еле-еле капает, труба вот эта вот. Да, надеюсь, что машин будет поменьше. Обычно перед Рождеством там много машин. Вот. На санках Илья пойдет? Почему? А что, пешком пойдешь? Нет. На пешочком пойдем? Нет. На санках? Нет, мы доедем на маршрутке до туда, потом пойдем уже пешочком, ладно? Я тоже хочу. Ну, Тань, ну, замерзнет сюда вообще там с этой коляской. А, как это мы даже не проедем. Ну, да. Аккуратно, Илья. Аккуратно, Илюша. Так, ну все, ладно, я сейчас буду одеваться и пойду по магазину, посмотрим, осталось, что мы, в принципе, запланировали, какой салатик, что там еще, ну, салатик, гарнирчик сделать. Если это все осталось, то хорошо, если нет, то ну, поищем, ладно, в принципе, тут, слава богу, то, что магазины неподалеку все. Да? Да, 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 увидимся. Так, ну что, мороз и солнце, день чудесный, красота на улице, кстати, ну, не сказал бы, что это холодно, может быть, солнце действительно уже греет. Вот такое солнышко.
Сходил по магазинам. Сейчас сделаю небольшой обзор покупочек. Вот, в принципе, все это на столик, что, в принципе, хотел, то и взял. Правда, по разным магазинам пришлось походить. Ну, все 3-4 магазина тут рядышком, так что все хорошо. Вот, и деткам фрутику взял тут, и взял на стол тут чаю еще. Ну, короче, все это сейчас дело вы увидите. Так что шикарная погодка. На улице, правда, никого здесь нету. В парке все на рыбалке, кстати. Звонил я Леве к крестному. Поздравил там Татьяна, поздравила стишками. Коляда, коляда. Вот, ну, очень на катке тоже самое народу видел. Вот, и иду домой. Все это дело уже там распакуем. И обзорчик. Так что, такие дела. Завтра, короче, идем в лес. Сейчас я позвоню Кириллу, тоже поздравлю. И договоримся насчет завтрашнего дня. Потому что если такая погода будет, безветренная, то самое то. Все, ладно, увидимся уже дома. Итак, пришел я уже с магазина только что. Он позвонил Кириллу, сюда по 11. Мы собираемся и пойдем пораньше чуть-чуть в лес. Вот, кстати, минут 15 показывает на это. Но солнышко снова реет, ветра нет. Очень прекрасная погода. Так, Танюшка с детками спит. С Вероникой и Илюшей. Вот Владик играет в планшет. Так, и я решил сделать покупочки. Ну, обзор покупочек. Первый в этом году, кстати. Вот, ну, что-то пойдет на сегодня уже. Я сейчас начну готовить. Что-то, конечно, останется. Так, итак, смотрим. Был магнитик, пятерочки, люмарь. Итак, сейчас мы сделаем с макарошками, потому что действительно картошка уже поднадоела в любом виде. Но такие взял колбаски для жарки. Обжарим с макарончиками. И это дело с сырком сверху. И будет классно. Вот такие это из индейки, по-моему, не знаю, мы не брали, по-моему, из индейки. Короче, вот эти вот получилось 800 грамм на 137 рублей, что ли. Или 140, что-то такое. 169 рублей, короче, килограмм. Вот такие вот там получаются, не знаю, 5 и там 5-10 штучек. Вот, тут у нас будет вместо картошка. Ну, не картошка, макарончики с колбасками и сырком. Так, что еще? Для салатика я взял. У нас есть немножко рукол. Взял еще айсберг. Кстати, дорогие сейчас салаты вообще. 128 рублей этот качанчик айсберга. Ну, ничего больше, выбора больше нету, потому что были в горшочках, но уже явно плохие. 50 с чем-то рублей, по-моему. Ну, там все равно надо было 2 горшочка, 300 рублей. Но явно плохие горшочки были, завязшие в листья. Так. Это капустки нашему тоже. Кстати, люмарь по 24 рубля килограмм. Это очень дешевая капуста, потому что везде уже пятерочки, я знаю, в Дикси там за 38 почти. Так. К рождественскому столу мы взяли винчишко. Такой вот Изабелла, брала моя мама уже, говорила, очень вкусная, литровая, мы брали тогда, она брала в Ленте, в Брянске. Вот, 212 рублей, литровая, оно именно полностью Молдова. Изабелла, полусладкая, да, Изабелла молдавская, вот, и произведено, изготовлено все в Молдове, так что попробуем, ну, сказала, очень вкусное вино, вот. И на салатик у нас еще был маленький выбор креветок. Кстати, обзор у нас есть уже на канале, я не помню, давно делали. Взял килограмм, кило 20, что ли, 400 рублей, тут очищенные креветки. Вот, были, брали раньше ветши, но их не было, вот этими тоже они уже очищенные. Вот, тут кило 16, ну, по-моему, 410 рублей, по-моему, вышло. А вот это сейчас мы будем делать, все так. Так, здесь... Чай мы взяли за 75 рублей мирелевские клеточки, заварный крем, 5 как раз у нас, 5 штучек. Так, это я себе взял минералочки целебные из синтуки, из синтукский бювет, кстати, вкусная минералочка. Вот, беру. Так, это наши кошки, Кэти. Феликс по акции закончился, берем сейчас Кэти. Так, также по акции пятерочки. По 95 рублей вышло, кило 20, окорочок по 92 рубля. Ну вот, прорвалось. Это я как раз заморозить, все это разделать сегодня потом. Это уже нам на кушать. Так, и взял помидорчиков сливовидные. Даже не знаю, почем они, не помню, не было ценника. И чека даже не взял. Это мы сделаем, порежем и сверху натрем майонезик с чесночком и сыром. Так, и бананчики деткам. Есть еще мандарины
покупали еще, по-моему, позавчера, так что на стол детям сок будет еще есть у нас, литровый яблочный, да, двухлитровый даже, так что, потому что, ну вот прошел, кока-кола кончилась, то Илюш уже бредит с кока-колой, бокалами этим, что постоянно заполнялась кока-кола. Ну, конечно, все это вредно. Так, ну вот такие небольшие покупочки, в основном, в принципе, куплены на стол. Салатик, там будут у нас креветки, кукуруза, бальзамическим уксусом, оливковое масло, плюс баночка кукурузы у нас была, что еще? А, ну и айсберг, и чуть другого у нас есть. Ну и все, и вот сейчас все это буду делать, уже обжаривать колбаски на сковородочке, ну и останется там. Все это мелко там порезать сырок, все такое. Все это дело вы видите. Ну, пусть пока спят, отдыхают. Ну, а я буду уже, соответственно, готовить. Фу, жарко прям пришел. Вот, действительно очень жарко дома. Или просто шел быстро. Так что классная погода, классные денечки стоят. Вот, действительно, мы зато сходим в лес, потому что вот, постоянно мы ходим в лес зимой. И вот действительно там посмотрим природу. Снег, лес и наш святой колодец. Если кто не видел, кстати, ролик тоже где-то на канале. И в том году мы ходили, в лес был. И летом мы ходили. Так что можете посмотреть. Все, увидимся. Итак, ну что, тут мы уже готовим вот эти колбаски. Уже чуть-чуть продают некоторые попоны, конечно, именно там, может, трещина была и напекается там этот фарш. Вот, ну, в принципе, нормально еще. Три штучки остались, сейчас это доделаем. Вот, три штучки сделаем, потом все в этой штучке будем уже делать макарончики под сыром. Здесь уже помидорки готовы, с чесночком, с майонезиком, с сырком. И вот он сам салатик. Полностью добавил все эти вот креветки, потому что действительно там мало, действительно платишь за заморозку больше. Кукуруза, чуть-чуть лучка, рукола и айсберг салат. И добавили мы уже запах просто превосходный, бальзамический уксус. И потом все это дело мы заправим оливковым маслом, ну, подсолим еще. Вот, детки уже проснулись, по-моему, Вероника точно. Уже переодели ее, покушала. Илюшка спит. Вот, Варя, там, по-моему, с Вероникой, да. А Таня звонит сейчас папе. Я поздравляю, я тут Рождество. Тоже встала, отдохнула хоть чуть-чуть немножко. Вот, живот у нее болел. Ну, это видно после того вчерашнего тоже. Понаелись. Вот. Вчера тоже мясо ели, опять картошка. Уже действительно уже мясо все просто. Хочется и картошки уже. Ну, и как он такое, видимо, не делали. Захотелось, ну, тем более, есть макароны. Есть сыр. Все это дело попереть. Вот. Колбасками. Давно тоже не делали, мы их очень давно, раза два покупали, мы еще, я помню, у белорусов. Вот, нам тогда понравилось тоже. Это я не помню, сейчас продают они, по-моему, или нет. Наверное, продают. А здесь просто уже пачечки упакованные взяли. Вот, ну, в принципе, и все. Сейчас доделаем колбаску, поставим столик, нарежем сырку колбаски и все. И будем праздновать Рождество. Как обычно, так по обед, потому что вечером мы никогда не празднуем, обычно в обед. Так что... Всем, кто празднует Рождество, приятного аппетита. Ну, увидимся уже попозже. Итак, ну что, мы уже все проснулись, да? Ну, как я говорил, Вероника проснулась, кушала. Или что же проснулся? Да, вот такой мы маленький сообразили, рождественский столик. Чуть-чуть. Салатик, макарошки, как я говорил, уже с сырком сверху. Колбаски. Колбаски, да. И сок, и винчишка, да? Да, вот так мы сейчас будем сидеть праздновать. Да, да, кока-кольные твои стаканчики, нальем туда сока, да? Да. Да, но в первую очередь будешь сейчас кушать. Макарошки все эти, колбаски все эти. Ну, я сам себе налью. Ну, и нальешь, нальешь, нальешь. Вот, так что, еще раз всех поздравляем. Всех с Рождеством, да, всего хорошего. Желаю счастья, здоровья. Да. И в первую очередь я люблю. Кстати, я уже говорил на камеру, когда это вас, Татьяна, тоже самое, спела стишок, крестный спела стишок. Илюшин, ну, по телефону, вот, Коляда, 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 ну, нет, на улице еще, когда я был в магазине, вот, поздравляли мы друг друга, там, и Лёву тоже сам звонили, так что всех вот поздравили, да, да, так что всех еще раз с праздником, всем приятного аппетита, время 3 часа, нормально, обеденное время, и мы... Зачем свет включать? Ну, солнышко, смотри, у нас елочка еще включена, зачем? Не надо свет, сейчас светло, ну, ладно, тут осталось елочки еще. Недельки две и все, да? Дай. Ну да, до 19-го получается. Меньше двух уже недель. Уже надоело, честно. Ну да, у нас 3 числа или 4-го она, да, у нас стоит декабря. Я не буду включать свет, ладно? Нет, тогда ты не будешь пить кока-колу. Так, давай, стаканчики я убираю, давай. Тогда свет не будем включать, все. Будет. Кока-колу.
Сейчас будем пить. Так, ну всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, празднует Рождество. Вот, ну и мы тоже празднуем Рождество. Увидимся уже попозже. Ну, а к чаю потом детки еще получат. Там, так, ну да, там бананчики, мандаринчики, если кто захочет, и эклерчики. Да? Да. Миша, что-то раз помыла. Миша, поставь, пожалуйста. Так, поставь, все. Ну, все. Итак, мы посидели, пообедали. Сейчас уложила Веронику спать. И Сережа тоже прилег немножко отдохнуть. Мы же тоже с детками полежим. Мы как раз смотрим кино с Владиком, да, по второй программе. И тоже лежу на диване с ними. Тут убрала со стола немножко. И тот еще поставил, еще не все. Илюш орет, не убирай все со стола, стол не убирай, все не убирай. Куча глажки за эти дни, уборки, и сегодня говорю, ничего нельзя делать. Подставь нашу бутылку с папой, господи. Мы с виной пили-пили, какая-то нескончаемая. Илюша таскает его. Ну пускай она здесь стоит, хорошо, все, тебе полегчало? Все, на столе будет стоять, хорошо. И сок. Да, и сок ваш поставьте, да. Вот такой у нас деловой, Илья, деловитый. Помыла тарелки, все, кружки побрала. И рюмки. И рюмки, никакие рюмки, бокалы от вина. И ваши стаканы убрала. Да, Владишка у меня тут рисует. Джек Воробей. Сейчас, подожди. Джек Воробей. Вот такой вот у него получился. Тут какой-то сундук у него, да? С золотом. Ой, деловой, не могу. Вот. Это что такое, Владик? Где? Вот, ну вот, ты смотрите, показывай. А это... Штурвал? Да, это чтобы управлять кораблем. Убирай! Не убирай! Ну, Владик же рисуй. Зачем ты, зачем ты убираешь? Деловой, а? Он лучше подними салфеточку и сходи выброси ее, которую ты кинул. Няля! Да, иди, деловой. Нет, выброси на мусорку. Нет. Да, да. Вот, Владик рисует, я смотрю телевизор. Илюша тут у меня, кстати, лежал. Это вот я встала посуду мыть, и он сразу же подскочил, деловуха. Помощник. Да. Стол, пускай стол пока постоит. Папа встанет, который все уберем. Да? Да. Да. Вот. Поэтому будем немножко пока отдыхать. Пока. Завтра у меня будет день тяжелый. Надо очень, очень много глажки, очень много уборки. Все. И за эти дни накопилось. То гости одни, то гости другие. Поставь, не трогай, я тебя прошу. Ну, пускай все встать на столе. Деловой. Вот. И поэтому, естественно, бардак навел везде. Помощник наш. Потом сегодня будем отдыхать, скажем так, пока есть возможность. Сейчас я, наверное, извиняюсь заранее. Так. Кому я вчера не ответила на комментарии, потому что вчера выборочно, где пока короткие, где сначала начала отвечать, потому что, честно, так хотелось спать, что-то так подустали от этого отдыха, скажем так. Вот, и поэтому пошли ложиться. Спать, да. Ой, я не могу. Дай мама в бар уберет вино. Давай все, мама, что берет его? Нечего. Надо. Вот, потому извините, кому не ответила, что сегодня я обязательно на все буду. Да, отвечу. Ты... О, на все комментарии. Опадик. Так, дай сюда быстро. Опадик. Что? Опадик. Убираем. Сейчас я на свою бутылку в бар убирать. Стояла, не нужна была. Все, достал бутылку, теперь... Да. Да. Так, ну все, ладно, будем заниматься делами. Владик рисовать. Я еще полежу очень. Все дела будут завтра. И увидимся уже попозже. Что снять, Илюшкин? Стол. Да, мы убрали стол. Пока поспал часочек. Прямо покушал, прямо винчишка, прямо оп. И сон поклонила. Папку, да? Да. Вероника уже клашку покушала. Да, вот здесь первый раз ели кашу. Утренняя из пачки, которая... Ну, да. Нет, которую нам давали, вот смотрите. Давали волшебный белак, да? Белак, да. Какая-то... 5 злаков мы ели. 5 злаков? И с таким удовольствием мы ее пошумкали. Ну, тоже, все равно, вот не знаю, вот есть этот творожок еще. Там два надо, там два творожка надо. Да, то есть... Творожок еще, и мы будем шарить. Но все равно, вот если... А, что? Стол. Да, стол мы поставили, все. Вот если сравнивать то же самое Илью и это ел, то же самое Илья ел одну какую-то кашу, не помню какую, то ли абрикосовую, то ли что-то. Еще будет то
будет. Рис? Еще рис будет. Попозже, да, потом будем стол. Когда праздники будут еще, ладно? Да. Да? Эльф наш пальчик прищемил, да? Да. Да, надо пригласить. Верочка хлопал, хлопал, прищемил пальчик себе, еще, да? Еще, вон там, да, там и там, да, там, два раза. Там, ладно, два раза. Два раза, да. Вот. Непослушный. Да, маленький. Сейчас время уже 7 часов. Кстати, у нас вот сальт был хорошенький, сальт тут запускал, шикарный такой. Да, шикарный. Минуту на 3 такой мы посмотрели все, ну, правда, не засняли. Он где-то вот на площади, походу, где-то там стреляли. Да? Да. Да, понравился тебе? Да. Красивый такой был, да, кстати, вот, ничего такой. Хорошенький такой, бум-бум, да, мы смотрели все в окошко. Дядя. Ну, дядя, наверное, кто-то еще там туда запускал. Кто-то запускал, конечно. Еще. Да? Еще да. Будет. Дядя. Ну не знаю, если будет еще. Ну еще, если будет, то будет. Вероника уже вся, я не знаю. Да, уже все. И еще надо, и все везде. Досужий. Растем, растем. Все познаем. Досужая чересчур. У нас она осталась. О, да. Сегодняшний день очень подходит уже к концу. До 7 часов. Зараза рано вставать. Попозже будем спать. Рано вставать. Зато очень много дел. Да. Очень. Ну мы уйдем все. Вот Веронику уложишь, да, зато стирит. Влажки много постельного. Начинаются будни. Да, на почту надо будет сходить. После праздника мы не ходили еще. Да, смотреть. Нет, я говорила, что я забегала, когда мы третьего, наверное, забегала. Ну да. Папа, забегала. Нет, я же был четвертого. А, ты был? А, ну да, ты же был. Пап. Четвертого. А, пятого я был, пятого. Папа. С Кириллом заходил. А. Дедушка Мороз все уехал, теперь следующего года. Он уже на А, ну это показывает по телевизору. А так на санях все, он уже уехал. Он уехал к себе, где там зима. В принципе, зима и у нас сейчас наступила такая вот. Наконец-то. Ну там будет сейчас немножко, я посмотрел по отеплению, ну такое не особо значительно, там минус 34. Это снежок будет еще и все такое еще, ну, подсыпет. Ну вот завтра пойдем в лес, посмотрим, конечно, да, подышим свежим воздухом, да, в лесу. Пойдешь с нами в лес? А вот кушать ты с ним будешь? Ты плохо кушал, Ле. Отпился сока, колбасы наелся, сыра. А кушать не хочешь? Ну, макарошечку немножко съел, но надо покушать, Ле. Еще кашка гречневая, вот он доест, попозже. Ну, хорошо, еще да? Ну, а попробуй, покажи, что потому что мы-то уже поели все, доели сейчас все. Покушали, доели все. Да, мы уже наели все. Я только надо кефирчика, может, попридем. Кефирчику? А, ты остался, да, кефир? Подожди! А там я тогда йогурт только съем. Подожди! А, вот одеяльце сейчас на пол мои свет. Ай, кусается! Ты что делаешь? Два зубчика нафиг кусаются, да? Да, аж до крови. Ничего ой. Себе. Ну, может, зубчика. Большие, конечно, у нее. Сейчас будем на пол мои. Да, хорошо. Илюша раньше был на полу. Хорошо, что она сохранилась. Естественно, что у нас сохранится. Только надо подушками обложить будет сейчас. На маленькими. Давайте положим. Оп. Чтобы она не болтала. Оп. И еще одну подушечку. И еще одну. Оп. Вот так вот, да? Хорошо сидим, да? Илья вот, он тоже вспомнил детство свое маленькое. Ой, Вероника радостная, да? Радостная, да. Ну то, что да, вот села, когда у нас... Но он все равно, вот, скажем, где у нас все более-менее уверены, все это, да, вот она вот. Не так, а вот Илья, конечно, уже все попозже. Ну, в принципе, потому что он болел, конечно. Ну, у нас Илья очень часто болел. Ну да, ну мы говорили уже, да. Все, Илья, вот он лег. Илья, ну ты молодец, я постелил, а ты можешь на диванчике развалиться лечь. Или поспать хочешь, Илья, уже? Конечно. А? Ну куда ты, да, Веронички? Телефончик Вероники, да? Телефончик Веронике. И вечно куда-то ее несет. Не знаю, почему она вечно куда-то лезет вперед, вперед, вперед. Ну да. Вперед вагоном. Ну что, равновесие она уже держит нормально, уже хорошо. Вот так вот наши детки развалились. Илья, вот Илья тоже руку положил, она нагнулась. А так она не будет, честно. Вероника, давай. Куда она тебе встанет? Давай, пошли домой. Она же еще ползать не может. Да, скоро, зараз, кстати, вот у Лёвы, я не знаю, говорил, что заберу ходунки. Будем пробовать, потому что Илюша уже в это время уже, да, уже в ходунках был.
У нас еще не сидел, да. Да, но у входа на как он был, да, стоял. Так что будем, надо, ну, ты вечерком, потому что Лёва на рыбалку, я знаю, идёт. Куда ты, не уставай? Вечерком, потом созвонимся и сходим, ну и потом уже. Хочется в кино быстрее сходить, не знаю. Илья, а Илья, что ты делаешь? Хочется в кино сходить, уже афиши повесили большие возле ДК. А я хочу сходить, да. Иду с нового свиданий. Очень хочу, а она к нам не привезли. Не, ну, может, в конце января еще что-то будет. Я знаю, что Хоббит вроде должен быть. Слышишь? Ой, Илья, фу. Ну уже все. Должны быть Хоббит еще, ну, на Хоббит мы ходили, просто что-то, мне кажется, еще что будет. Вот, в конце января. А я больше через 2 недели, да? Да, через 2 недели, как это бывает, они. Так что посмотрим, вот в конце. Ну, там, после сказки, концерты, вот эти рождественские, все-таки встречи, вот эти вот, они из-за этого вот и новогодние не проводили. Потому что сказка была до 5 числа или до 4. Да. Вот, такие, в принципе, дела. Так, ну что, ладно, уже увидимся. Тихо. Маленький. Детки веселятся, увидимся уже в конце нашего дня. Итак, ну что, наш сегодняшний денек, рождественский денек, подходит к своему завершению. Время 5 минут 10, да? Все уже помылись, готовы ко сну. Именно детки, да? Да, крошка, вот камеру видела. Оп. А? Стол. А, ну, мы же говорили, что стол уже убрали давно. Посмотрели концерт, да, там рождественский шоу, да, там Рождество на Розе Хутор, да, выступали наши звезды, там Михайлов, Лепс, ну, так интересно, просто послушали песенки Аллегрова. Что? Сейчас, почему? Сегодня раньше, рано ложимся спать, потому что рано вставать, хотя бы часам к 9 нам встать. Да, Илюша уже встал давно. Да, Илюша то же самое, 20 минут, ну, немало, но просто по времени просто получилось, что 20 минут третьего он проснулся. Ну, помыли, все пройдет, фу, падут, молодец, хорошо. Вот, смотрим новости, он, да, холода, он Смоленск показывает, Киров, ужас. А у нас тоже, да, 31 декабря все Кремль прорвало, да, отопление там, вообще не знаю, как там топили, не топили, ну, холода, вот так вот у нас, трубы еще тех советских, наверное, времен, сколько они уже в земле. Ну, у нас, как обычно, летом все сидят, загорают, отдыхают, начинается за неделю, начинается ямки, заваливать все такое. Естественно, тут все это не выдерживает. Фу-фу, у нас один раз такое было, помню. Помнишь, когда мы сидели, наверное, в том году или позапрошлом? Ну, буквально, наверное, часа 4-5, но ощущается. Был не мороз даже, а, ну, просто минус 10, но ощущалось сразу, что дома холодно вообще, естественно. Да? А, да, там вот Рождество тоже показывает. Вот Владимир Путин в Воронежской области бы побывал, наверное, сегодня. Вот, завтра мы идем в лес, поснимаем там. Ну, пойдешь, не ты с ними, я здесь побуду. Наберем водички святой, да? Что? Тоже пойдешь? Хорошо, пойдешь. Ты все умеешь вести? Ну, пойдем пешком, скорее всего. Я что-то покажу, мы пешком дойдем. Потому что неудобно будет, мне кажется, но с санками дойдем. Я еще леканисочки возьму, ну, а там на переменку и Кирилл и Сладиком канисочку занесу. Там вот всего две занесем, да? Или 3 возьмем. Посмотрим. Нет, давайте 3. В том году. В том году. А, свечки там, да, вот там много свечей. В церквях, храмах, там много свечей. Вот. Ну и, в принципе, пораньше это дело пойдем, чтобы уже хотя бы, я считаю, думать сам уже прийти нам. Потому что идти, если с ними. Ну, ладно, посмотрим. Поснимаем там что-нибудь. Погода солнечная, даже нам, конечно, судя по температуре. Ну что, будем говорить пока. Пока. Лавки. Да, скажи, такое у нас сегодня Рождество было. Первое Рождество Вероники. Ну, именно Христово, по-нашему, для россиян, да? Илья, молочник. Пока. Он занят, он смотрит свечки. Всем пока, спокойной ночи. Пока. Подписываемся на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, 8 января, четверг.